21 ноября 2014 года. И вот мы с вами находимся недалеко от очистных предприятий, буквально метрах в 300. Вот здесь гаражи у нас, лес. И я сейчас на ваших глазах буду набирать компост для наших экспериментов по выращиванию огурца пальчик. Ну вот, если мы с вами сравним структуру землицы, которую я набрал из леса, и ту, которую взял из компостера, вот, специально отправил. Вот мы видим с вами, во-первых, в лесу она вот такая рыхлая, потому что там и корни, и червячишки. Какая она прекрасная землица лесная. Видно тут и песок. И вот какая черная земля сверху компостера. Ну и поехали домой продолжать эксперимент. Поскольку мне самому даже интересно. Никогда я этим не занимался. Ну, посмотрим, что у нас получится. Здоровья и благополучия вам!